А я все чаще замечаю, что январь как будто кто-то подменил. Где знаменитая сибирская стужа? За 3 недели Нового года столбики термометров опустились ниже минус 20 градусов только 2 раза. И то ненадолго. Но если вам понравилась тюменская еврозима, получите и распишитесь. В ближайшие дни она вернется. Уже сегодня погода начнет меняться. Но мы почти привыкли к ее выкрутасам, поэтому суточный скачок температуры от минус 19 к минус 7 почти никого не удивит. В этом месяце случались чудеса посерьезнее. Хотя без аномалий все-таки не обойдется. Атмосферное давление по-прежнему рекордно низкое. А почему бы и нам сегодня не поставить какой-нибудь рекорд? Пусть маленький и забавный, главное – свой.